Селиванов Александр Астафьевич. По специальности я инженер пожарной безопасности. Когда я учился в высшей инженерно-пожарно-технической школе, у нас был предмет печное отопление. Это печное отопление мы проходили 8 месяцев. По окончании я у бабушки жены в деревне сложил свою первую печь. То есть на этом печном отоплении, на этих занятиях мы изучали печи Волкова, печи Потапова, печи Свиязева, разбирали их, что они из себя представляют, дымоходы, ну и все особенности печи. Ну вот решил все-таки попробовать, что это такое. Сложил свою первую печь. Это было в 86-м году. В 87-м году, когда увидели, какую печь сделал, попросили одни сделать, вторые, третьи, но так как тогда я работал, на службе был, то печи делал только, ну, по выходным дням или в отпуске. Вот. Ну, а когда ушел на пенсию в 2004 году, взялся за это дело уже немножко с более серьезной точки зрения. Вышел на форумы, съездил к Игорю Викторовичу Кузнецову в Омск на семинар. Вот. Получил там сертификат на то, что я имею право делать печь Кузнецова. Это, ну, одни из самых таких знаменитых печей. Ну и, в общем-то, сейчас вот так и занимаюсь печами. То есть к пенсии, скажем так, небольшой заработок.